Воскресенье. В Свято-Троицком храме, как всегда, много народа. Полным ходом идет служба. По традиции в этот день всегда молятся о тех, кто сейчас находится на специальной военной операции. Защищают нашу родину сейчас и казаки Полевского. Оттого в этом году было принято решение не проводить массовое гуляние, как это было в прошлые годы. Не совсем уместно, может быть, именно проводить как забавы. А вот память сегодняшнего события, начало репрессий казачьего народа, а по сути и вообще геноцида против казаков и против вообще нашего народа, он очень живая такая связь прослеживается с сегодняшними событиями. И поэтому хочется, с одной стороны, эту традицию, которая уже вот пятый год насчитывает, не останавливать, а с другой стороны, пускай малым числом, но вот такой фестиваль мы проводим. Пусть участников и зрителей малое количество, зато обстановка дружественная и теплая. Организаторам это и нужно, поскольку вера, надежда и любовь – это те чувства, которые сегодня так нужны и в тылу, и на линии огня. Кроме этого, фестиваль казачьей культуры – это еще и возможность узнать свою историю. Воспоминания какие-то о старинных вот этих всяких праздниках, то, что проходило раньше. И сейчас дети как бы выступают, вот они танцуют же, старинные танцы и песни поют. Как такие старинные все. Очень хорошо все выступают. Шикарно проходит праздник. Дети всегда рады. Столько всяких приключений у них, столько много всяких познаний. Семен Морозов очень волновался за свое выступление, но, надев кубанку и косоворотку, стал увереннее себя чувствовать. Видимо, казачий дух в нем проснулся. Ухталые казачки, славные ребята, ничего. Казацкие песни прикольные, красивые и хорошие. Каждая песня, каждый танец в этот день были наполнены особой энергией, которая теплотой разливалась и по залу. В ней сила духа русского народа. Она во все времена нам жить помогала. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, новости 11 канала.